Здравствуйте. Видеоинструкция Лактофильтрум таблетки. Энтеросорбент, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры. Показания. Нарушение микрофлоры кишечника, дисбактериоз кишечника, в том числе в результате антибиотикотерапии, в комплексной терапии синдрома раздраженного кишечника, гепатитов и цирроза печени, аллергических заболеваний, атопический дерматит, крапивница, бактериального вагиноза, дисбиоза влагалища. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость препарата, непроходимость кишечника, желудочно-кишечные кровотечения, галактоземия. Нежелательно использовать препарат при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, атонии кишечника. Препарат может использоваться в комплексной терапии совместно с другими лекарственными препаратами при соблюдении правила раздельного приема. Нежелательно использовать препарат при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, атонии кишечника. Лекарственное взаимодействие. Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь препаратов. Дозировка. Внутрь, при необходимости после предварительного измельчения, запивая водой, за час до еды и приема других лекарственных средств. При дисбактериозе кишечника, взрослым и детям старше 12 лет, по 2-3 таблетки 3 раза в день. Детям от 8 до 12 лет, по 1-2 таблетки 3 раза в день. Детям от 3 до 7 лет, по 1 таблетке 3 раза в день. Детям от года до 3 лет, по половине таблетки 3 раза в день. При бактериальном вагинозе, дисбиозе влагалища, по 2 таблетки 3 раза в день. Средняя продолжительность курса лечения 2-3 недели. Длительное использование препарата и повторные курсы лечения должны проводиться только по рекомендации врача. Стоимость от 430 рублей. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы!